Настоящий спорт должен быть вне политики. Именно так в ходе пленарного заседания областного правительства Станислав Воскресенский прокомментировал решение Международного олимпийского комитета, связанное с отстранением российской сборной от участия в зимних олимпийских играх в 2018 году. Я думаю, что спортсмены наши доблестно трудятся и добиваются результатов. Вот, а то, что, к сожалению, спорт на наших с вами глазах оказался вовлечен в политику, как это было, честно говоря, я-то это все больше читал в учебниках истории, вот, а теперь наблюдаем это с вами воочию. Конечно, мы с вами понимаем, настоящий спорт, он должен быть вне политики. Вот мы с вами, по крайней мере, так и должны работать.